Очередной счастливчик. Мечта о собственном авто стала реальностью. Строитель из Астаны Сагындык Исмаилов стал обладателем новенького автомобиля от Coca-Cola. Какие эмоции испытал победитель и как поймать удачу? Об этом наш следующий материал. Сюйинши для Сагындыка. Строитель из Астаны принимает поздравления. Мужчина до конца не верил в свою удачу, пока не сел за руль новенького авто. Этот автомобиль стал для главы большой семьи настоящим подарком. Компания Coca-Cola воплощает мечты в реальность. Это уже второй счастливчик, который выиграл автомобиль. Сагындык зря времени не теряет. Удобство авто оценивает сразу. Домой в столицу он вернется настоящим победителем на новеньком автомобиле. Его переполняют эмоции. С момента начала акции от Coca-Cola любимого напитка в семье Исмаиловых стало больше, признается наш герой. Мы и раньше выбирали этот напиток. До счастливого момента я собрал больше 20 крышек, но не терял надежды найти вторую часть рисунка. И вот свершилось. Спасибо компании Coca-Cola. До окончания розыгрыша, проводимого компанией Coca-Cola, остается чуть больше месяца. Для этого нужно внимательно изучать изображение на крышках шипучего напитка объемом 2 литра. Кроме авто, вы можете выиграть 1,5 литра освежающей Coca-Cola. Забрать автомобиль можно будет только в двух городах – в Алматы и Астане. Вся необходимая информация доступна на специальном сайте. Акция продолжается до 15 сентября. По-прежнему передние и задние части автомобиля, которые изображены на крышках, нужно собрать воедино и принести в центр выдачи призов, который находится в каждом городе. И помните, на кону еще 8 автомобилей. Аскар Миндыбаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал.